Выиграл. Харк, стоп, без шумки, ДС убили, и все опасно. Что нам делать? Ой, ёб... Ебать, нафиг, пойдем отсюда, короче. Закидываю. Куда, блядь? Это ДТ на вышке противника. Так, внимание на вышке на вашу, противника. Да? Не вижу. О, на теле. Вышки, на теле вышки. Вступили, да, в бой. Живой? Да, живой, это у меня где. Вышки, блин, кажись своего. Пасах могу заметить 200, тут здание за позицию держится. И подходи. Харак, ты чё за не? С той стороны магазина заметьте. Боюсь, мы туда не сможем забежать, Харак. Раним. Перевязываю. Этот снайпер видел кто-нибудь? На 160 от меня. Кидаю минус русский, минус второй русский. Они же в белых масковатых. Так точно. Да? Отлично. Это те двое, которые мимо вас. Три. Your frequency on the radio. Today we learn the great English lesson. We speak only English today. No frequency on the radio. Only Estonian vodka. A little bit. Jak to bylo? No, zkus vysílač question. Jo, už mi dám. Kolik to bylo? 220. 2,5. Pod? Pod. Nastav si subchannel 150. Прикольный чешский язык. Пшик. Еще раз говорю, после ЛЗ сразу движемся на 140. Дозор, Яки и Редман. Здесь должны зайти. У нас связь большом. Да, по 3000. Понятно. Будем двигаться, значит, совместно потихоньку. Сейчас? Понятно, да. Сапчин. Ахой. Не, ахой, гайз. А что это значит? Я немного говорю по-русски. О, классно. Прекрасно. Слушай, я не наставила сорчину. Найс. Это вас майнс. Господи, как же так. Наши, у них тоже белая маска. Кого-то замок. Послил. Нет, я рядом сгорел, он бурдак. Блять. Кто-нибудь вообще еще живой там?